Дядя Эдик, вы столько много мне рассказали про род Давыдян, что вы помните. А теперь мне интересно, а ваш род, а Рутюнян, что вы помните о вашем роде? Вспомните что-нибудь, расскажите. Мой род Арутюнян, и при том самый красивый род. А почему? Потому что мы человеколюбивые, арутюняны. Арутюняны разные могут быть. А потому и меня полюбила Маня. Говорит, вы род хороший. Мой род, понаслышке я ни деда, ни отца не помню, в связи с переездами, да, мой род из Карабаха, село Кариглох. Кариглох — это в том же районе, где и предки Манины. И вот у нас в роду было, старики рассказывают, в роду было у Арутюнян, у деда с бабушкой было 7 детей, и девчат, которых выдавали замуж, дед в качестве приданного строил им дома. Бабушку звали Ануш, она из фамилии Ванеян. По очередности был четвертый. Старшего брата его звали Ишхан, а второго звали брата старшего Аракел, а потом сестра Соня. А потом именем бабушки моей дочку одну назвали Ануш. Это после моего отца. А потом сын был Семен, младший брат отца. Семен был самый грамотный. Он у нас здесь, в деревне Хуторно-Гвардь, он был до войны. Он был директор школы. Вот. И после Семена еще родилась Арисак. Арисак, которая вышла замуж за Багдасарова Григория. Сына погубила, отец мой погиб, брат Семен погиб. А у Мани брат был, я забыл рассказать. Перед Родионом был брат, Георгий, Жоржик называли. Он в молодом возрасте погиб на фронте. Вот так вот, как беженцы попали мы в 20-х годах сюда, на Ставрополе. Что дальше было? Эта земля приняла нас, да, от души, от чем мы благодарны. А ныне живем в Карачаево-Черкесии, и да здравствует дружба между народами России. И род Арутюнян продолжается до сегодняшний день. Да. Дядя Эдик, два сына, Артем и Арсен. Да. А Артем молодец, постарался. У него... У него пять внуков. Пять внуков. Да. Это нам это правнуки. Да. Это у вас уже пять правнуков. Да. Ну, это еще... у Артема. Да. А у Арсена? А у Арсена вот скоро уже будет. И Сема внук сказал, я его буду называть Арсеном.
Значит, традиция армянская продолжается. Имя деда должна носить, должен носить хотя бы один из внуков. Сегодня 3 сентября 2020 года. Я чудесным образом попала к своей крестной Марушак и любимому дядечку, не забудь слово, у которых внука сегодня оказывается 20-летие. Вот сидит Рита, мама. Не скрывайся. Мама Риты, я уже заговариваю, Жанна, это невестки дочки Манушат. Артём, дядедик, Арсен. Папа Рита. Папа. Вот и наша дорогая Манушат, глянь сюда. Наша дорогая Манушат. Володя, это начало, продолжение съемки будет дальше. Поближе к дядедику присяду. Дальше. Что-то скажешь.